Добро пожаловать на мой канал. Мне достаточно часто задают вопрос, какая моя любимая техника в раскрашивании. Я всегда знала, что это техника микс-медиа, когда я смешиваю разные материалы. Но сейчас, когда я пару дней назад на Пасху раскрасила картинку с ангелом, где применяла самые разнообразные материалы, там и акварель была, причем разная по текстуре, и акриловые краски, и карандаши, конечно же, и неоколоры, я поняла, что пришел момент, когда я могу снять такой своеобразный топ моих любимых работ, которые я сделала именно в технике микс-медиа, где я играла с разными материалами. Первая картинка, которую я хочу вам показать, из раскраски Анастасии Колдыревой. Здесь намешана обычная акварель, акварель перламутровая. Для рыбок я использовала обычные текстовыделители. Знаете, вот эти желтенькие, зелененькие. Вот здесь как раз для рыбок использованы они. На хвосте русалки можно найти акриловую краску. Там немного меди и немного золота. Я поняла, что больше всего я люблю микс-медиа именно за счет того, что на страничке создается разница текстур. Когда у нас, например, матовый акрил, матовая гуашь, ну или же матовая обычная акварель. И они сочетаются с чем-то блестящим, с акварелью перламутровой, с золотым акрилом, с такой восковой блестящей поверхностью, которая дает призмаколоры. И именно вот эта разница текстур мне очень нравится. Еще мне нравится разница в плотности материалов. Например, вот эта картинка – это раскраска Ленки Филоненко, посвященная танцам. И здесь у меня для фона использована обычная акварель, акварель перламутровая. Но вот, к сожалению, все эти перламутры очень сложно снимать на камеру. Они засвечиваются, их не всегда видно. Но поверьте, что это все приятно так перламутрово поблескивает. И вот на фоне этого полупрозрачного фона у меня акрилом раскрашена магнолия. И понятно, что акрил, он непрозрачный, он плотный. И именно за счет этого магнолия, хоть вроде как она и выполнена в нежных пастельных оттенках, все равно она выдвигается на передний план за счет разницы текстур. Розовый цвет магнолии я поддерживала мелкими капельками перламутровой акварели поверх синий, а также ставила розовые точки, это уже поска, то есть тоже еще один материал. Поска — это чернила, ну, на водной основе, максимально приближенная к акрилу, поэтому тоже получается плотное покрытие и тоже разница текстур. На следующей картинке, которую я включила в свой топ, возможно, не так много видов материалов использовано, но все равно как минимум три они здесь точно присутствуют. Весь фон – это неоколоры. Ну и надеюсь, мне удастся вам показать, что поверх неоколоров присутствует еще напыление из акриловой краски в похожих оттенках. Это может быть тоже не очень заметно, но все равно это добавляет какого-то интереса фону. Также я здесь применяла белую гуашь, чтобы смягчить очертания облаков. Есть она здесь в более плотном виде, чтобы перекрыть черные линии. И с добавлением воды, чтобы создать уже полупрозрачные очертания облачков. Ну и также в местах, где плотное скопление облаков, где мне хотелось усилить цвет между ними, там я уже работала карандашами поверх неоколоров, вот здесь усиливая, затемняя цвет. Так что это можно считать, сколько у нас здесь неоколоры, акрил, гуашь и карандаши. Тоже вполне себе микс-медиа. Ну и я не устаю повторять, что неоколоры — это один из самых классных материалов для микс-медиа, потому что они очень нетребовательны к бумаге и они дают огромные художественные возможности в раскрасках. На следующей страничке, которую я тоже включила в топ своих любимых работ, используется все тот же метод различных текстур. Я просто его очень люблю и поэтому использую его очень часто, так что вы будете его видеть практически на каждой страничке. Здесь все золото и весь блеск
ушел фон. Причем я использовала обычную акварель и в нее активно добавляла различных золотистых, бронзовых, перламутровых пигментов. И с учетом того, что в качестве карандашей я здесь использовала приглушенные оттенки Derwent Drawing'ов, ну и Prismacolor, конечно, то здесь разница текстур вживую тоже очень видна. За счет того, что карандаши все-таки дают такое восковое покрытие, и вот этот перламутровый фон, все, поэтому здесь получается довольно объемно. Сразу же видно, что у нас фон, а что у нас выступает на передний план. К сожалению, я знаю, что когда я снимаю видео и раскрашиваю в этой технике, я очень часто забываю снимать картинку под разными углами, чтобы все-таки все сочетания и эти разницы текстур были хорошо видны. А вот при такой съемке сверху это, к сожалению, самая невыгодная точка. Но зато, когда я перелистываю странички сама для себя, я сразу же вижу то, как все эти материалы между собой играют, сочетаются и какие эффекты они позволяют добавлять в раскрасках и насколько интересно с этими материалами работать и применять их все. Мне вообще кажется, что мои самые лучшие работы сделаны именно в микс-медиа. По крайней мере, большинство из тех работ, которые я люблю больше всего, которые доставляли мне больше всего удовольствия при раскрашивании, это как раз эта техника. Чем больше материалов я намешиваю, тем лучше и тем больше мне в конце нравится результат. Еще одна работа, где для фона мне послужили неоколоры, и поверх них я потом активно дорабатывала карандашами, чтобы сгладить не очень четкие переходы. Опять же, брызгала розовым перламутром поверх вот этого малинового и фиолетового. Надеюсь, тоже вам хотя бы немного удастся это показать. Затем на листиках у нас присутствует поверх карандашей фиолетовая поска, они тоже разные по текстуре, и такие капельки, которые я добавила поской, они тоже рельефно выделяются. Неоколоры помогли мне создать крылышки, вот это сияние вокруг, они полупрозрачные, и поэтому мелком очень хорошо можно создавать вот такие светящиеся эффекты, я тоже люблю это использовать. Я уже давно для себя поняла, что карандаши ложатся гораздо лучше поверх акварели, поверх слоя неоколоров. Можно таким образом немного выровнять цвет фона, добавить каких-то цветовых акцентов. Но если все равно переходы получились не совсем такими, как я представляла, там, например, из-за качества бумаги, то вот такие мелкие брызги краски тоже иногда помогают мне спасти ситуацию, поэтому я тоже ими часто пользуюсь. Ну и плюс они добавляют какого-то мелкого интереса, таких мелких деталек в фоне, особенно когда картинки у нас сказочные, фантазийные. Мне кажется, что это тоже помогает создать какую-то атмосферу. Особенно мне нравится, когда поверх темного фона делаешь светлые брызги. Если материал при этом используется такой, как акрил или гуашь, или же та же перламутровая акварель, они все полупрозрачные или более плотные, то есть они все поверх темного фона очень хорошо выделяются, и этот прием я тоже люблю использовать. Следующую причину, почему я люблю микс-медиа, я постараюсь объяснить на примере вот этого портрета. Если у вас есть эта раскраска, то, возможно, вы знаете, что у этой девушки в оригинале совсем не такие волосы, у нее не было груди и тела, у нее была красивая прическа, но вот как-то мне она казалась недоработанной. Плюс на лице были татуировки, которые я тоже по возможности предпочитаю маскировать, тем более мне здесь хотелось сделать очень белую кожу, практически такую алебастровую, и татуировки мне здесь сильно мешали. Поэтому здесь, использовав акварель разных текстур для фона, но главное акриловые краски для того, чтобы скрыть все то, что мне не нравится, и дорисовать то, чего мне здесь не хватало, то есть волосы, ее платье и
подправить ей лицо. Вот благодаря этому все это микс-медиа позволило мне сделать. Ну и, конечно же, я не могла себе отказать в том, чтобы добавить здесь и золото, и такого мятного или как это, кобальтового морской волны перламутрового цвета тоже ей и в украшение, и в фон. Поэтому здесь разница текстур видна по полной программе. Надеюсь, вам все это золото хоть немного видно. А главное, видно, как я избавилась от татуировок на ее лице и как мне удалось дорисовать ей прическу. Мне кажется, что она стала немного лучше по сравнению с оригиналом. По крайней мере, так она мне нравится больше. И за это тоже спасибо Mix Media. Следующую работу, включенную мной в список любимых, я специально раскрашивала так, чтобы использовать максимальное количество материалов. На моем канале есть видео о том, сколько и каких материалов я здесь применяла. Здесь и акварель для фона, здесь и акрил для воды, здесь и разные карандашики от граффитинтов до полихромосов, призмаколоров, здесь, конечно же, гуашь. В общем, я уже сама здесь... Дервен Дроинги я вижу, конечно же, с их уникальной гаммой цветов. Поэтому здесь тоже много всего намешано, много всего использовано. И опять же, здесь я очень люблю то, что весь задний фон, то есть все, кроме этого острова, маяка и деревни, сделано в весьма приглушенных оттенках и обладает матовой текстурой. А деревня раскрашена призмаколорами, жирненько так, поэтому она, помимо того, что яркая, она еще и поблескивает, и разница текстур тоже добавляет какого-то плюсика этой работе. Картинку я эту очень люблю. Я помню, что мне доставило огромное удовольствие процесс ее раскрашивания. Надо будет как-то повторить. Еще одно доказательство того, что чем больше намешаешь материалов, тем больше у тебя возможностей и тем интереснее в конце может получиться работа. Конечно, такого эффекта очень сложно было бы добиться, точнее невозможно, одними карандашами. Следующая работа в списке, тоже весь ее успех принадлежит именно краске. И здесь я использовала матовый акрил для того, чтобы создать фон. Надеюсь, вы видите, насколько он получился глубоким, этот черный цвет. Затем в рамочке у меня блестящие текстуры, там фиолетовая перламутровая акварель. Так что рамочка приятно поблескивает, там фиолетовый и серебряный, насколько я помню. Сами фигуры – это призмаколоры, но главное здесь – это тот туман или сияние, из которого они выходят, то, что как раз добавило такой легкой зловещести и интереса этой картинки, то, что мне нравится больше всего, когда я использовала полупрозрачную белую краску. С добавлением воды поверх черного фона, за счет того, что акрил уже не размывается водой, поверх него спокойно можно добавлять любые другие краски с использованием воды. И этот эффект я тоже люблю использовать, когда поверх акриловой подложки ты добавляешь еще что-то. Это одна из моих самых любимых работ. Причем самое интересное, что когда я ее планировала, у меня не было изначально этой идеи создавать этот туман вокруг фигур. Это появилось спонтанно и оказалось такой наиболее удачным решением, которое позволило создать действительно интересную для меня работу. Больше всего микс-медиа картинок у меня почему-то в рассветном часе от Ханны Карлсон. Там практически каждая первая работа – это та, в которой сделан акварельный фон, потом или же неоколор фон, потом все сверху набрызгано, намазано, все это намешано, конечно же, доработано карандашами. Ну, я выделила для этого видео две работы. Здесь, например, тоже разница текстур хорошо видна. Здесь неоколор, как подложка, был золотой мелок. Поверх него тоже много матовых красок. Здесь и золотой акрил, и в фоне, и в крыльях. Так что получается, как слоистый пирог. Идет какая-то, например, металлик подложка, потом набрызгана матовыми красками, потом сверху еще перламутром и золотом, то есть чем-то блестящим побрызгана. И за счет этого я старалась создать, ну, хоть какую-то глубину фона или, по крайней мере, множество мелких деталей в нем, чтобы
большой такой по размеру фон не казался скучным и тоже был интересной деталью этой картинки, но в то же время, чтобы он не отвлекал внимание от моего ангельского кота. Работу я эту до сих пор очень люблю, хотя она была сделана уже давно. И мне до сих пор нравится тот фон, который я тогда сделала. И в основном это из-за того, что, ну, я уже к тому времени неплохо знала все свои материалы, как они сочетаются между собой. Здесь, конечно, опыт имеет большое значение, когда ты учишься постепенно сочетать материалы между собой. Ну и, наконец, фон в этой рыбке, который мне нравится по двум параметрам. Ну, мне нравится его цвет, я просто люблю такие оттенки. Затем я старалась создать легкую имитацию морской пены и даже добавляла немного золота, чтобы казалось, что еще и какой-то золотистый песочек проглядывает сквозь воду. И все это смотрится интересно в сочетании с рыбкой, раскрашенной призмаколорами, то есть тоже разные текстуры. Здесь эту картинку можно поворачивать под разными углами, тогда играет перламутр на фоне и немного золота, и все это смешано с обычной акварелью. Поэтому эту рыбку я тоже до сих пор люблю. Фон был достаточно трудоемким, но помню, что процесс был очень веселым. И вообще все микс-медийное раскрашивание – это сродни такому алхимическому эксперименту. Поэтому я вас тоже призываю экспериментировать побольше. У вас получатся замечательные результаты.